Случаев заражения коронавирусом в Казахстане нет, а рассылки в мессенджерах о якобы заболевших в Алматы, на западе и востоке страны – фейки. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Эльжан Биртанов. Между тем, с подозрением на коронавирус в стране госпитализировано 54 человека. У 16 диагноз не подтвердился. Остальные в особых условиях, пока находятся в стационарах инфекционных больниц. Глава Минздрава заверил, что в Казахстане принимаются все меры по предотвращению распространения коронавируса. Вирусной инфекции. Ситуация сейчас находится под контролем. В целях профилактики каждому необходимо соблюдать правила личной гигиены. Ответил Ельжан Биртанов и на вопросы, которые чаще всего поступают на телефоны горячей линии. К примеру, можно ли заразиться коронавирусом через слизистую оболочку глаз. Также казахстанцев беспокоит вопрос обеспечения медицинскими масками. Должны ли мы обеспечивать масками прибывающих в казахстанские аэропорты? Мы получили такой запрос от населения, и в данный момент мы решаем данный вопрос, чтобы, так сказать, содействие нашим прибывающим гражданам оказать. Кроме того, мы сейчас дополнительно закупили и сформировали резерв 5 миллионов масок. То есть мы считаем, что этого вполне достаточно. Есть сигнал о том, что завышены цены на маски. Мы проработаем с акиматами, с местными исполнительными органами, чтобы провели работу с владельцами аптек для того, чтобы не допустить повышения цен на маски и другие медицинские изделия и лекарственные средства.